В Астане продолжаются масштабные рейды по борьбе с незаконной торговлей некурительными табачными изделиями. Полицейские совместно с сотрудниками акимата проводят проверки торговых точек и магазинов, выявляя факты открытой продажи насвая. Эти оперативные профилактические мероприятия в столице длятся уже второй месяц. Подробности о результатах рейдов и объемах изъятой продукции у наших корреспондентов. Профилактические беседы проводим, что законами, которые запрещены, нельзя тоже продавать. Но тоже мы беседы проводим по этому факту. В магазинах и на рынках Астаны насвай больше не купишь. Этот некурительный табачный продукт теперь под запретом. Согласно закону, его не только запрещено продавать, но и производить. Нарушителям грозит административная ответственность. Полицейские проводят проверки торговых точек регулярно. Бұндай рейдтік іс-шаралар күнделікті бізде. Әкімшілік аумақты аралау барысында бірінші профилактика дейді ғой бізге. Халықта түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Қылмыстың болмаса және тағы да басқа құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында бірінші профилактика бізде. Одан кейін жаңағы анықталған құқық бұзушылықтар бойынша уже әкімшілік хаттама көзделген бап бойынша әкімшілік хаттамалар толтырылады. Біздің аумақта ондай сатылған факты соңғы бір айда, екі айда ондай болған жоқ. Согласно действующему законодательству, за продажу насвая предусмотрен крупный штраф – почти 92 тысячи тенге. Однако, несмотря на внушительный размер взыскания, спрос на этот продукт среди населения остается высоким, отмечают сами продавцы. Ну, всегда. Честно, постоянно даже. Ну, да. А возраст какой? Ну, ортажа стала, в основном, в среднем. С 18 марта в столице развернулась масштабная кампания по пресечению нелегального оборота и потребления некурительной табачной продукции. За два месяца рейдовых мероприятий под вниманием правоохранителей оказались тысячи торговых точек. Результаты впечатляют. Выявлены сотни фактов незаконной реализации насвая, в том числе пресечена деятельность подпольных цехов по производству. В итоге из незаконного оборота изъято 14 тонн этой продукции, общая стоимость которой превышает 70 миллионов тенге. Вся конфискованная партия была уничтожена. Фариза Болотбек, Виктор Джигирис, Атамикен Бизнес.